Следственный комитет завел уголовное дело на мужчину, который сломал ногу 3-летней девочки. Так закончились уроки воспитания в одной из квартир микрорайона Парковый. Сотрудники полиции предварительно установили, что травмы нанес 20-летний молодой человек, живущий с матерью малышки. Видимо, так он воспитывал ребенка. Девочку доставили в больницу со сложным переломом бедра. Известно, 20-летний парень ранее был судим. И к этой семье не раз приходили инспекторы по делам несовершеннолетних.